Еще одно задержание произошло в Красноармейске. Трое местных жителей, по версии следствия, приезжали в Саратов на автомобиле и грабили прохожих. На улице Большая Горная преступники похитили телефон у подростка. А днем ранее избили жителя Фрунзенского района и также похитили у него сотовый. В ходе оперативных мероприятий удалось установить личности грабителей. Один из подозреваемых уже был дважды судим за кражу. Похищенное изъяли, возбуждено уголовное дело. Свою вину преступники не признали.